А ты еще не проживал. А я иду кино снимать. Знаешь? Ну, пошли. Так. Смотри, твоя старшая сестра Валерия Железова что сказала? Я буду. Садоводом. Вот. Я этого дождался через 9 лет после того, как она родилась. А ты? Ты самый последний родился. Ну ладно, так, смотри сюда. Значит, мы сняли бутылки. Так. И... Ой, заступишь! Ой, чуть не сломал. Мы сняли бутылки. И здесь уже укорененные шелковицы. Вот тут абрикосы лежат даже. А абрикосы у нас не хватило сил собрать. Знаешь почему? Почему? Все дети отказались собирать кругом крапива. Вот. Ой, а ты на крапиве стоишь. Так, ладно, не отвлекай деда. Ты сказал, будешь участвовать? Смотри. Итак, ну мы там прошли мимо Антоновки. Мы прошли мимо Бельфёрки Тайки. Одна, другая. Здесь. Я заплакался на крапиве. Смотри сюда, идем сюда. Смотри, что делается Антоновка. На ней вдруг появился румянец. Смотри. Видишь? Вон румянец, смотри. Нет, красный, розовый. Это просто к слову. Идем дальше. Golden Delicious. Посмотри, какие яблоки. Знаешь, какие они будут через месяц? 500 грамм. Нет. Ну, первый раз я сказал, о боже, ладно. Но когда я сказал, нифига себе, я тебе сказал, буду по губам бить. Я сейчас хочу вырастить нормального парня, не этого. Понял, да? Так, мы идем изучать колновидную яблоню. Ну, где-то у нас еще одна есть по пути. Знаешь, как получилось? В этом году средний урожай. На каждом дереве по несколько ведер будет. Вот. Ух ты, розмарин. Ну, сейчас их плохо видно еще. Вон они, смотри. Вон они, смотри. Они еще тоже розовеют. А, нет, розовеют начинают. Гляди. Но сегодняшняя задача представить колновидное яблони. Пойдем. Ты сам напросился. Как вроде бы сенсацию. Смотри сюда, видишь? Пробуй. Я в этом году посадил саженцы малины. Пробуй. Первый. Давай в рот. Клади. Ну, что так долго? Быстренько, раз-раз. Медведь раз в 20 быстрее ест малину. Пойдем. Итак, мы подходим к последним в Сибири... Последним в Сибири колновидным яблоням. Максимально досталось добиться высоты не здесь, а на том участке 6 метров. Вот. Урожай 5 ведер. Это мировой рекорд. Вот. Морозостойкость благодаря подвоям. Но к ним подходит конец. Вот последнее. Это лучшее дерево, это баргузин. Вот. Это мы с тобой пробовали. А почему мы собираем гнилые? Сказать? Не потому, чтобы выполнить пожелание, мы под деревом не должны гнить. Нет. Вот. Мы из них будем брать семена. Вот. А эти ждут, когда упадут. И только упадшие, подгнившие, будем брать семена. А не надо, я буду ждать, когда упадут. Это не на еду. На еду у нас есть еще вкуснее. Ага, теперь дальше. Представим себе, как нас учат, что штамп должен быть один. Вот, допустим, вот этот. Вот. А на нем, на всем штамбе висит только одно яблочко. Нет. Раз, два, три. Дальше, видите, отмерзшее. Ну, что делать? Это все-таки Сибирь. Вот. А теперь оно, когда оно собирается отмерзать, оно дает боковые ветки. Вот урожай на боковых ветках. Там прилично. Посмотрите внимательно. Вон одна ветка. Еще ниже вот эта ветка. Вот это, вот это. Вот это. Вон они, сколько я был. Вот туда глядите. А вот это самое большое. А ниже, да. А вот это ниже еще ветка.